Ну, я был уже знаком с руководителями по работе в Латвии месяц совместной работы в феврале месяце. Поэтому я знал руководителей и с удовольствием откликнулся на это предложение. И приехав сюда, как бы убедился, что здесь достаточно хорошая организация в клубе. Клуб уже четвертый год существует, и все отлажено. И для хорошей работы есть все условия, поэтому я остался доволен тем, что увидел. Есть хороший коллектив, административный штаб хороший, укомплектован. И, ну, все условия для работы есть. Просматривал, да, последние вот две игры удалось посмотреть. И вот по тренировкам уже так, две тренировки прошло, начинается складывать впечатление. Ну, есть, скажем, от чего отталкиваться. Есть и хорошие моменты в игре были. Есть и хорошие исполнители, которые могут играть в хороший футбол. На контроле могут играть первым номером, то есть диктовать свои условия, свою волю на поле. Поэтому есть от чего отталкиваться. И надеюсь, понятно, что у каждого тренера свое видение. Есть видение, в чем надо улучшать игру, в какие моменты хотелось бы подправить. И надеюсь, что команда будет двигаться только вперед. Задача попасть в Еврокубки, она стоит. Эта задача есть. Ну, здесь отметить надо хорошие оборонительные действия, да, команда, как в целом обороняется. Не только защитники вратаря, а вся команда. Здесь достаточно отлаженная игра. И последние игры они достаточно мало пропускают. Это что есть положительно. Так хотелось бы улучшить, конечно, атакующие действия улучшить. Какие-то, чтобы более отлаженные взаимодействия были. Чтобы больше команда играла, контролировала игру, что называется, получала удовольствие от своей игры. И вот такая игра, чтобы больше и болельщикам нравится. Вот в этом направлении хотелось бы работать и улучшать. Ну, я всегда стараюсь отталкиваться от футболистов, которые есть в наличии. Какой бы тренер философия ни была, но если у тебя нет в наличии тех футболистов под твою философию, твои задумки не будут работать. Поэтому, приходя в команду, ты оцениваешь уровень, можем мы навязывать свою волю или лучше играть от обороны на контратаках. Но я, конечно, приверженец атакующего стиля, как бы и воспитывался на таком футболе. И моя любимая команда всегда была «Спартак» с детства, и самому посчастливилось поиграть там. Мы играли в атакующий футбол, и, конечно, это в крови. И в тех командах, где я как бы видел хотя бы малейшую возможность этот футбол ставить, я пытался его ставить, и здесь хочется ставить игру атакующего плана, игру первым номером, чтобы быть на мяче, навязывать свою игру. Вот. Я приверженец этого стиля. И первое впечатление у меня сложилось, что здесь есть наличие этих футболистов, вокруг которых можно строить эту игру. Во-первых, по футболистам мне все-таки надо время чуть разобраться, да, и понять возможности футболистов. Вот за этот промежуток времени до декабрьских матчей надеюсь, что понимание уже будет по каждому футболисту, и тогда уже с руководством мы сядем и обсудим, какие позиции требуют улучшения, усиления. А что касается вектора на молодежь, это видение руководства, я как бы согласен с ним, что ставка на молодежь, и молодежь это должна прогрессировать. Как бы довелось уже много работать с молодежью, и есть методика, когда вот у футболистов при этом тренировочном процессе они растут, вырастают. И в «Спартаке» 2 у меня там достаточно много за полтора года выросло футболистов, которые сейчас в высшей лиге играют. Параллельно, конечно, задача, это уже тяжелее совмещать с результатом, но здесь я не вижу ничего страшного, потому что все-таки опытные футболисты, они все равно в команде есть. Тяжелее, когда одна, что называется, голая молодежь, то тогда тяжелее делать результаты. А когда есть такой симбиоз, смешанный состав, есть молодежь, есть опытные футболисты, кто может подсказать, повести за собой, это уже легче и, так скажем, возможно совмещать эти две вещи и растить молодежь и делать результат. Честно, мне не довелось все команды посмотреть. Вот видел игру с Пенюком. А потом удалось Арарат Армению посмотреть. Арарат Армения, Пенюк — это такие, особенно Арарат Армения, укомплектован качественными футболистами, достаточно такого европейского уровня.
Там, я слышал, серьезные финансы в клубе есть, поэтому ну, достаточно такой уровень. Ну, я думаю, наверное, где-то там, может быть, если с чем сравнивать, ну, ФНЛ чуть выше, может, нашего ФНЛ российского. И сейчас будем двигаться от матча к матчу. Сейчас все мысли о подготовке к Арарат Армению. Я прилетел только позавчера. Сегодня сейчас контрольная игра с Свиньюка. И потом у нас недельный микроцикл. Вот 14 числа мы начинаем готовиться целенаправленно к Арарату Армению. Да, у нас есть кадровые проблемы. Ну, будем исходить из того, что есть. И все мысли пока Арарат Армения от игры к игре. Хочется, чтобы команду поддерживали, чтобы были... чтобы ребята чувствовали вашу поддержку и при удачных матчах, и не очень удачных, чтобы верили в нас, чтобы эта вера передавалась ребятам. Футболисты всегда чувствуют сердца, что называется, болельщиков. Ну, от себя могу заверить, что готов работать 24 на 7, что называется, сутками. Ну, все сделать, весь свой опыт передать, чтобы НУА добивалась результата и двигалась вперед.